Привет! Только что закончился семейный ретрит для пар, которые хотят что-то изменить в своей жизни, в жизни своей семьи, в жизни будущего своей семьи. И если в вашей семье все еще не так, как вы хотели бы, чтобы было, или все еще что-то не соответствует вашим ожиданиям, я настоятельно рекомендую вам сделать две вещи. Первое. Посмотрите под этим видео информацию о том, где будет проходить следующий семейный курс. Второе. Если вам объявят о том, что будет ретрит, были вы уже на курсе или не были, обязательно посетите его. Это поменяет в корне ваш взгляд на вашу семью. Никогда не поздно начать все сначала или добавить то, чего не хватало до этого. Правда, дорогая? Да, воспользуйтесь этой возможностью совместить приятное с полезным, потому что у вас будет уникальная возможность посетить прекрасное место и получить уникальную информацию, которая будет строить ваши отношения еще долгие годы вашей прекрасной семейной жизни. Ну а потом мы с вами встретимся на очередном ретрите уже вместе, когда мы поделимся нашими достижениями, а вы своими. Пока!